Здравствуйте, мои дорогие Дианочки! Добро пожаловать на мою кухню! И сегодня хочу порадовать вас и нас одним прекрасным десертом. Сегодня буду выпекать один из прекраснейших немецких тортов-пирогов. В принципе, он у нас считается пирогом, но выглядит лучше, чем торт. Готовить сегодня будем, точнее сказать, выпекать с вами Eierlikör-торте, или Eierlikör-кухн, что в переводе с немецкого означает «пирог на яичном ликёре». Это очень вкусно. Сразу обращаюсь ко всем ненавистникам алкоголя выпечки. Это очень вкусно, и алкоголя там не остается. Он просто выпаряется. Все, давайте перейдем. Я хочу вам показать, что для этого нам нужно, и уже начнем выпекать. Итак, для этого нам понадобится 5 яиц, 120 грамм муки, 20 грамм обыкновенного какао, 200 грамм масла подсолнечного, 200 грамм яичного ликера, любого на ваш вкус, 200 грамм сахарной пудры, 2 пачки ванильного сахара, 1 пачка разрыхлителя, 200 граммов миндаля дробленого, ну и штройзель. Штройзель — это у нас шоколадная стружка, но она не обязательно, можно и не добавлять. Я ее добавляю от себя, нам так вкуснее. Ликер обязательно яичный, я уже озвучила, но он нам нужен потом для украшения. И, конечно, брусничный джем, брусничный или клюквенный. В общем, кислинка нужна нам обязательно, но это уже пойдет на готовый кекс. Далее нам обязательно нужна форма. Форма у меня уже обложена бумагой и заранее смазана сливочным маслом. Форма моя на 26 сантиметров. Пожалуйста, смотрите, прежде чем спрашивать потом в комментариях. Теперь переходим уже к самой выпечке. В первую очередь нам нужно взбить яйца с сахарной пудрой. Начинаем взбивать. Обязательно добавляем щепотку соли. Всыпаем ванилин в сахарную пудру и отправляем к яйцам. Ну а теперь мы должны смешать все сухие ингредиенты. Вот до такой консистенции должны быть взбиты ваши яйца. Теперь мы добавляем сюда масло подсолнечное и ликер. Теперь потихоньку подсыпаем сухие ингредиенты на среднем ходу, даже на маленьком. Хорошенько вымешивает, не убрав при этом воздух. Вот так выглядит практически готово. Сейчас будем перекладывать форму и уже отправлять заранее разогретую духовку. Прекрасно. Шикарно выглядит мое тесто. Так. Посмотрите, какое прекрасное тесто. Это вообще сказочное, да? Полное воздуха. И такое все разноцветное. Это благодаря вот этим черно-белым штройзелю, да? Вот этому вот. Благодаря ему. Так, теперь все. Вываливаем уже в форму. Тесто готово, отправляем теперь выпекаться. Выпекаем при температуре 180 градусов где-то 45 минут. Плюс-минус, да, девочки, у каждого духовка печет по-другому. Так что ориентируйтесь по вашим духовкам. Так, бисквит мой готов. Я его уже и остудила. Теперь переходим к следующему этапу. Сейчас будем делать крем.
и уже украшать весь торт. Для этого мне понадобится, конечно же, 3 упаковки сливок. Здесь в каждой упаковке по 200 грамм. В общем, 600 граммов сливок 30%. 3 упаковки сливочного загустителя. 2 упаковки ванильного сахара. Клюквенный джем, как я говорила, обязательно. Или брусничный. Главное, чтобы он был кисленьким, да, с кислинкой. Также для украшения мне понадобится вот такая стружка шоколадная. Смотрите. Или такая вот. В общем, кто какую хочет, такую и берет. Да? Я буду сегодня делать вот эту. Хотя это у нас считается классическим вариантом для Шварцвальда торта. Ну, Шварцвальд торт, наверное, вы все знаете. В общем, посмотрим, что я возьму. Подумаю еще. Итак, переходим. Начинаем уже взбивать крем. 600 граммов, как я уже говорила, сливок. Ванильный сахар. Добавляем сразу же загуститель. И по желанию, кто хочет, может добавить сюда еще одну ложку сахарной пудры. Вот столечка хватит. Начинаем взбивать. Сливки готовы. Одну часть убираю в шприц. А остальной частью будем смазывать весь торт. Это немецкий классический торт. Воскресный. Такой семейный воскресный торт. Наших бабушек и дедушек, точнее сказать, немецких бабушек и дедушек, потому что в 60-х, 70-х годах было очень модно яичный ликер здесь, в Германии, прям пили его все подряд. Это было очень вкусно. Теперь я буду делать бордюрчики в виде розочек, да, ну, розочек, цветочков, в общем, как хотите называйте. Это для того, чтобы наш яичный ликер потом не вытекал. Это у нас натуральный классический фасон семейного торта, он такой продается. Его именно вот в таком виде продают. Или пекут дома. Конечно, есть уже много более молодежных видов, но я с вами делюсь именно тем самым классическим фасоном. Он самый вкусный и самый красивый, поверьте мне. Этот торт у нас в Баварии очень часто пекут на Пасху. Это такой, скажем, пасхальный вариант десерта праздничного. Еще много сливок. Поэтому будем все
Вот так выглядит красота моя. Здесь надо подмазать где-то у меня, я вижу. Ну, здесь, в принципе, и не нужно там сильно очень мазать, потому что это мы сейчас будем все обсыпать. Так, начинаем. Берем стружку и начинаем обсыпку. Так, пока не будет лучше. Вообще-то делают стружку такую, да, девочки? Это я делаю. Это мне почему-то хочется сделать такую стружку. А вы делаете классический вариант. Я делаю не классический вариант стружки. Отхожу от правил. Все, самое главное готово. Теперь берем обыкновенный ликер яичный. Ваш любимый. Некоторые этот ликер, конечно же, разбавляют желатином. Но я считаю, что это ненужное дело. Я люблю, когда он разливается именно так. Вот так вот. Пускай так и будет. Пускай именно так и будет. Раз. Так. Чтобы когда нарезали, он прям так растекался. Это очень вкусно. Вот такая прелесть. А, забыла. Подождите. Прелесть еще не закончилась. Прелесть еще в процессе. Совсем забыла. Открываем. Сейчас я себе работу нашла, девочки. И вот так вот. Можно их разрезать, а можно и так ставить. Ай, ликер торта. Звучит красивее, чем торт с яичным ликером. Не очень красиво звучит, девочки. Бабочек еще положу сюда. Бабочек. Вот так вот. Одной не хватает. Бабочки не хватает. Все. Вот такая вот получилась. Очень даже приятная красота. Отправляю в холодильник, чтобы застыло. Вот так выглядит моя красота. Еще один. Чай разлив чая. Все сидят, ждут тортик. Я говорю, подождите, я должна снимать. Да, я сейчас порежу. Спасибо на видео нажимать на листу. Да-да. На видео я нажала. Ой. Это что у вас, день и ночь? Нет, мама. Это айликер. Немецкий торт. Что такое? Ну, она себе, папа, захочет еще. А мне шоколад можно? Да, дам тебе. Лин, шоколад. На тебе. Поставь. Ты, папа, следующий. Спасибо. Нежный он, мама, мягкий. Очень хороший. Подождите, вы так кушаете? Подождите. Вкусно вам, детки? Конечно, вкусно. Или невкусно? Суп ляха. Ляха, да? Холодный. А так. Внутри кипяток. Да. Клинка. Это клин. Большой. Хозяин у себя большой. А он сейчас его проглотит и даже это. Даже Михалыч, молчи, у тебя это как называется? Мне вообще сахар. Мне нельзя такие вещи. Сахар нельзя, тебе вообще еще половину надо срезать. На, Исик, я тебе свой пай даю. На, Михалыч. Нет. Это линь шоколад. Нет, давай. Тебе сахар? У меня сахар большой. А, да. Не, ну на чай надо сахар немножко, один ложка. Так. Все. Мам, как тебе? Нежный, да? Конечно, там 250 грамм ай-ликер, блин. А ты ухитряешься так нежно сделать? Это потому что ликер там внутри. 250 граммов ликера. Целый стакан, да? Целый стакан, да. Стакан ликера. Сейчас вам покажу. Какое сочное. Очень сладкий. Он очень сладкий, тут папа. Какое сочное у него текстура. Очень сочная.
Исик, тебе как? Счастливый, счастливый, как сливы. Бесподобно. Угу. Сейчас я тоже попробую. Так. Не чувствуется, да, мама? Очень хороший. Алкоголь. Ликер, что ли, какой? Вот или что там? Да, ликер. В тесте ликер. Да. Тесто мелко, ага. Угу. А поэтому же тесто такое, мама. Корж поэтому такой, как сказать, воздушный. Воздушный, да. Мокрый. Да. Это ликер делать? Конечно. А мои руки это делают, халиля, ликера, инча. Если не секрет, сколько? Мои руки. Сколько литра? Литра? Три бутылки. Все мои руки делают, Бабжан. Я знаю, у тебя золотые руки. Я его сделала и на ночь оставила. Он весь пропитался. Да. Даже когда тебя не было, да. Я говорил, сперва надо няньку. Да. Ой, ты говорил. Ты а потом ляльку. Это не он. И Бог, Бог. А кто? Бог дал. Ну, я хоть... когда в больнице с тобой была, угу. Пришла Зара, Володина жена. Это Борина мама. Все Борина мама. Зой, Зоечка, привет, там поздравляю, все. Ты не переживай. Сначала нянька, потом лялька. А я говорю, зачем переживать? Что у меня? Десятый ребенок. Десятая дочка, что ли? Первый ребенок, и ко мне вообще-то девочку хотела. Нет, ну я тоже девушка. Тебе, когда мы с тобой гуляли по торговой, помнишь? Да. Одну пару, когда мы видели. А да. Ты? Не пара была, да, отец с девочкой. Ну, один, мой да. Парень. Ты что, уже съела? Тогда ты беременна была. Нет, я еще не была беременна. Мы встречались уже. Что тут делать? Кого, этот торт? Да. Нет, легко. Все бросил, все взбил, да. В миксере. Нет, да. Не бросил. А потом залил вот этим... Ликер бросил. Я вот сделала, а ты видео послезавтра сядешь, когда оно выйдет, и посмотришь, как я его делаю. Да. И потом... повторишь дома для мамы. Потом сделаешь и нас пригласишь. Да, мы придем покушаем. Блин, я до сих пор помню, как ты торт сделал, медовик или какой-то, помнишь? Так тебе понравился, да? Ма, ты ничего не чувствуешь чай? Вот ты пьешь. Что у тебя вкус? Ну-ка, просто да. Чай выпей без ничего. Очень хороший. Я да, я чувствую, какой-то этот есть. Налить тебе чай. Знаешь, что это за чай? Сейчас упадешь. Хот шоколады. Шоколад и чили. Чили? Чили, что? Чили. Что? Горький что? Перец. Что? Чай горький. Он не горчит, но... Ну, вот когда пьешь... какой-то непонятный вкус. Ты не чувствуешь? Мне кажется, это как будто сушеный этот паприка, я мечу. Шоколадом отдает и еще этим. Ну что, Михалыч, еще по 100 грамм? Могу я? А ты не брезгаешь, что я приду? Но я уже не буду его кушать. Съедай, мамин, съедай. А можно я свою тарелку к тебе поставлю? Да, да, конечно. Ставитра. Юмка, тебе вкусно? Моя тарелка ем. Шикарно. Я не брезгаю. Я тебя не брезгаю, Айка. Видишь, у меня... Особенно вот этой верхней. Хочешь, я у меня еще в бутылке. Могу сверху полить тебе. Плавать будет у тебя. Этот свет яркий. Свет яркий. Папу же не видно будет хорошо. Нет, нет, не выключай. Вот так хорошо. Посмотрим, как он ест. Гляньте, сладкоежка какой мой папа. Еще чай узумас. А я знаю, в кого я пошла такая. Могу я взять этого чая? А что, можешь же себе налить? Вот же чай, Михайлович. Да, правильно, подоедай за ней. Ее тут губы и остались. Вот так поцелуешься. Да, прикоснись к ее губам.
да, что я ничего не хочу, Марта. Аж такие влажные. Даже пачем час. А вот кец. Нет, аж такие влажные. Чушка. Забыли сказать, чушка. Ара, я не понимаю, как вы вообще нас зачали? Не пойму я. Это было давно, неправда. Мы вообще от кого родились? От партии, наверное, КПСС. Я тоже, мама, я раньше вроде чай пила, а сейчас стала как ты. У меня в чашке всегда остается половина, представляешь? Вроде я так хочу пить, я воду пью, потом пью чай. Да, вот и все, и у меня остается опять, Клим говорит, опять и кофе. Вот мы компот пили. И все. Вот поэтому. Да, сейчас вот я немножко похлебаю, и все. Еще раз покажу Дианочкам. Пускай они там. Такое ощущение, как будто похоже на армянский торт этот. Помнишь, как-то, как этот торт назывался? Негр, что ли? Негр. Такого типа, тоже такое очень влажное. Корж. С очень влажным. Где-то есть его этот. В черной тетради. Да. Он тоже мне все испоганило. Да, это я. Ничего не оставила. Я маме переписывала так хорошо. Только что ходит. А как делать все? Это уже как хочешь сам. Мама, что ты хочешь? Недоделанная я. 14-15 лет. Ну, 17, наверное, ума же нету. Не понимала я. Быстро-быстро переписывала. Она так хорошо старалась, написала. Я читаю, не могу понять. А как делать? А там было все, вот как состав. Ну, у мамы 150 тетрадей было этих, да, да, маленьких. Там порваны, тут порваны. Да, я решила ей сделать подарок, это, добро. И все. Процесс не написала. А ты, мама, ты же знаешь, как процесс делается. Много чего не знаю. А ты сейчас все равно много чего уже не делаешь. Там у меня даже птичье молоко как-то так нехорошо написано. Непонятно. Мам, хочешь, я тебе одну вещь скажу? Мы уже такие торты не едим. Они для нас уже тяжелые. Да, но мы вообще не едим. Мы, я вообще не делаю. Эти, вот армянские торты все уже не кушаются у нас дома. Нет, почему? Вот только птичье молоко. Ну да, один раз в год съестся. Но так, чтобы как в Армении. Мы жарили, кляли, с сыном был, делали. Дети маленькие были, с удовольствием а сейчас? Ели. Ну, все равно, мам, когда один такой торт ешь, да, наш армянский, и такой торт, там в одном куске, наверное, 3000 калорий, а здесь он все равно, он легче. Да. Тут это заны, а там заварной крем, масло, чикдеменч. Да, это не только он все равно, и медовый торт, все медовые торты же были с на меду заварные. Ереванский кета я хочу. Я не люблю. Ереванский кета какой? Слоёный эсу? Слоёное тесто. А я их не люблю вообще. Слоёное тесто, да, вот. А, есть сирень. Что делаешь? Такой хочешь? Да. Завтра сделаю. Нечего тебе делать. Ашка цакама? Им гайрики самарканем. Дунче, зэ? Я Аля, папа, запрещает тебе пить кофе у нас дома. Нельзя. Не разрешает тебе делать это. И чашка цака не кунет. Где это тартар? И сейчас мы. Он сам с собой смеется. Он сам говорит. Я не знаю. Тартарала новая. Первый раз слышу. Тартарала, нынче, тартарала. Другой раз, когда со мной выяснится, потом мы подождем. Где я тебя тартарела? Ты про кого говоришь? Про себя. Мама, он так извратительный. Моя тезка. Ой, я уже вспотел. Раздевайся. Ты прямо как из этого фильма помнишь кино было? Проси, кто хочет. Я сдаю его. На прокат? То там и парень не хочет. Зоя, они убегут на вторую очередь. Точно. Ой, нас тут. Это Божье наказание мне. Зачем? Я? Да. А кто еще?
давай расскажи, первый брачный ночь. Уже все ушли. Да. Эльвар говорит, Маруся, давай, Галимек. Все. Не Эльвар говорит, а Маруся. Маруся говорит, все, все в общем ушли. Все должны были уйти с вашего дома? С квартиры, да, оставляют нас одних. А. Трехкомнатные квартиры, они все ушли. Это... Че, пятикомнатная? Типа брачная ночь. Две комнаты. Две, этот, где Лапик с Ларисой. Тогда еще не было. Ну как не было, было, было. А и это было так. Короче говоря. Было, мама, Шушабан был. Был, конечно. Они уходят. Да. А я тоже не могу. Брачная ночь. Холодильник. Я не могу сосредоточиться. Ужас. Пошел ко мне. Я холодильник. Выдернул. С розетки выдернул. А тогда была морозильная камера? Конечно, конечно, там маленькие. Выдернул. Спокойно, тишина. В общем, у нас прошло это. Утром Эльвар приходит, говорит, что тут холодильник не работает, говорит. Нет, она говорит, отец говорит, раньше этот холодильник полчаса работал, полчаса пиверин был. А точно, полчаса работал, полчаса пиверин был. Да, а потом, а сейчас, говорит, постоянно пиверин. А этот пришел и говорит, хочешь я отремонтирую? Она говорит, да. Или мастера, он говорит, нет, я сам сделаю. 25 рублей, да. Она ну, побежала, принесла 25 рублей. А у него касса, да, была? Ну, а она, он пошел и включил. Розетку воткнул. Воткнул розетку, начала работать с перерывом. А сейчас, когда вспоминаешь, да? Ну тогда, да, говорю, сейчас, какой все-таки этот подлый был. Ай, прям подлость. Ну, не знал, как заработать. У сеструхи больше всех денег было. Вот как-то, как-то вот. А еще рассказывал, как вот так у нее же деньги были, копейки здесь. Да, он да, поднимал да, вот нас, так вот. У нас на столе клеенка, да, лежала. Да, да. Мама, а многие же так держали. А эти копейки она, все время... Она очень была баннерли. Вот Христы. У нее, да, деньги держались. Держались. А если это Маруся была бы, уже все у Римы и Жасмин. Все туда точило. Поэтому отец ей ни копейки не давал.